Во Владивостоке состоялось последнее в текущем году заседание Совета председателей представительных органов муниципалитетов при Заксобрании Приморья. Первый вице-губернатор, председатель правительства региона, отметила, что уходящий 2023 ознаменовался для края многими успехами и достижениями. Наш бюджет больше прошлогоднего на 30%. По доходам. И я хочу сказать, что это не уровень инфляции, это однозначно развитие экономики. И такие ресурсы нам дают в основном это логистика. Понятно, что поворот на восток — это не просто слова, это дела. То есть это все грузы, которые перемещаются через наши границы, они идут не только для нужд Приморского края, они идут для нужд всей Российской Федерации, оставляя здесь у нас налоги. Но хотела бы сказать, что у нас и другие отрасли динамично развиваются. Вера Щербина также отметила работу с инвесторами и работу по повышению заработной платы. На торжественной части заседания председатель законодательного собрания вручил почетные грамоты и благодарности. Наградить почетными грамотами законодательного собрания Приморского края Тишину Галину Петровну, председателя Думы Анучинского муниципального округа. Отметим, во время заседания присутствующие обсудили актуальные вопросы о ликвидации последствий тайфунов в муниципальных образованиях и о состоянии дорожной инфраструктуры после августовских паводков. Также были озвучены планы по развитию приморских городов, в том числе Владивостока, Большого Камня, Находки, Дальнегорска, Лесозаводска, Спасска-Дальнего. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.